34 предприятия в поисках сотрудников. В Анапе необходимы врачи, медсестры, педагоги, представители ресторанного бизнеса, рабочие. На ярмарке представлено 31 предприятие разных отраслей. Это и санаторно-курортная отрасль, образование, медицинская отрасль. И вакансии самые разнообразные. Их у нас в нашей базе до 1800 вакансий в настоящее время. А также сами работодатели принесли с собой около 700 вакансий. Вакансии для соискателей разного возраста, образования и опыта работы. Графики работы разные. Полный рабочий день, суточные дежурства, работа для совместителей и со свободным графиком. Алексей Харитонов заинтересовался несколькими вакансиями, взял визитки и буклеты. Будет выбирать подходящую работу по условиям, графику и зарплате. Ярмарка вакансий – достаточно интересное мероприятие, которое позволяет, в общем-то, найти варианты для трудоустройства. Ярмарка вакансий проходит два раза в год. Центр культуры «Родина» на время ее работы становится полем взаимодействия удачных контрактов, работодателей и соискателей. Сегодня ярмарку посетили 564 человека. Заинтересовали работодателей солидными резюме 116 человек. Заинтересовались вакансиями 338 соискателей. Ярмарки «Подобного народа» проходят по России уже много-много лет. Насколько я знаю, с 90-х годов. И я считаю, что проведение ярмарок уже на протяжении более чем 20 лет и приход сюда людей, наверное, больше всего говорит о том, насколько они актуальны. Очередная ярмарка вакансий подтвердила выгоду для обеих сторон. Для компании это отличный способ привлечь новых сотрудников, для посетителей сделать удачный выбор в соответствии с образованием, квалификацией, амбициями и материальными ожиданиями.